Всем привет! Хочу показать вам свой участочек. Вот так вот он выглядит. Вспахали мы его в этом году, только весной. Посадили картошку. Вот так вот она выглядит. Сегодня 7 августа. Засуха. Колодца у нас нет. Не очень-то она себя хорошо чувствует. Там вот на заднем плане я навтыкала тыквы, они все взошли. Вот такая вот большая гряда тыквенная там. Тоже они уже не очень себя хорошо чувствуют без дождя. Сделали мы забор. Столик такой вот сделали. Лавочки. Здесь вот тыквы ой, не тыквы, эти кукуруза взошла. Кукуруза поздно она что-то взошла, не знаю, я успеет, нет, она созреть еще даже нет ни одного початочка, скорее всего не успеет уже она вырасти. А тут вот в прошлый выходной сделала гряду под клубнику, посадила клубнику. Воду привозим, поливаем ее. Много тоже не навозишься, поэтому тоже так вот не очень-то она. Так, что там еще у нас есть? Там вдалеке календула красивая, махровая. Здесь вот яблонька тоже себя плохо чувствует. Тут вот клубнику я прям посадила на дернине. Когда еще не вспахано было, некуда было садить. И вот прям здесь перекопала маленький участочек кое-как. Дернину очень тяжело копать. Посадила здесь. Ну ничего, прижилась хорошо. Тоже ее потом на ту грядку пересажу, когда не будет такой жары сильной. И тут вот смородина такая тоже какая-то погрызанная вся. Погрыз ее кто-то. Здесь малина. Уголочки. Малинку посадила. Малина хорошо себя чувствует. И здесь как бы не так сильно солнышко. Сейчас уже скоро солнышко уйдет в ту сторону. Здесь будет тенек. И плюс еще я ее замульчировала. Так что малине здесь хорошо. Но тоже ее, конечно, желательно бы полить. Вот такой наш участок. Первый год. Обустраиваем. Участочек вскопали. Не вскопали, а вспахали трактором. Насадили картошки. Ну, земля, конечно, сильно здесь такая. Она прям твердая. Камни прям такие, булыжники. Кое-как разбили их. Вот так вот. Ну все. Всем пока.